Всем доброе утро или добрый день уже. Сегодня у нас среда, и сегодня я делаю очередное маленькое видео, которое является анонсом вечернего ОМА. Сегодня у нас в 20:00 прямая трансляция 11-го выпуска 4-го сезона, и сегодня мы поговорим о системной составляющей ясной практики жизни. Я знаю, что у меня на прямых трансляциях довольно редко приходят люди, которые задают вопросы. Вот. Каждый раз я удивляюсь, да, то ли я так понятно объясняю, то ли это все неинтересно, но судя по количеству людей, все-таки интересно. Вот. И в последнее время, если вы за Фейсбуком следите или за Ютубом, вы, наверное, знаете, да, что была там некая дискуссия, некие вопросы, касающиеся того, насколько у нас есть присутствует системный подход в Академии Ясного Коучинга. Я об этом не так много рассказывал и не так много показывал. И плюс еще есть гора вопросов на тему того, какие техники вы преподаете в Академии и так далее. Я обычно на эти вопросы отвечаю, что Академия посвящена не преподаванию техник. Академия показывает в общем целостный способ работы с человеком, с собой или с кем-то другим. Ну и плюс я еще вспомнил, что в принципе я уже обещал когда-то сделать отдельный вебинар по шкале осознанности, которую я использую и показываю у себя на многих занятиях. Вот, я сегодня о ней расскажу. Расскажу вот так, как получится, расскажу, ориентируясь на ваши вопросы, поэтому я вам очень рекомендую собраться с мыслями и приходить с вопросами. Вот, если вы следите за тем, что у нас там происходит, да, в нашей движухе, то вы знаете, да, что вот у нас по субботам выходят общедоступные субботние семинары. Это лекции, которые были прочитаны после прошлого запуска сезона Академии. И уже вышла первая, вторая, третья, четвертая, пятая. 5 лекций вышло, да, вот там если полистать по метке субботние семинары, можно их найти. И вот как раз в субботнем семинаре, в пятом, да, который был записан на осенней суперсерии, это была 5-я лекция, называется «Шкала уровня игры и процессинг генетической сущности». Я здесь про эту шкалу рассказывал, ну, достаточно подробно рассказывал. Вот, если вы это видео предварительно посмотрите, то вам вообще будет легко задавать вопросы, потому что всегда интересно, конечно, взаимодействие с людьми более подкованными. То есть я про эту шкалу рассказывал, и опять же, да, претензии насчет там несистемности или сомнений могу списать только насчет того, что просто люди к материалам не очень внимательно относятся и считают, что, ну, это типа теория, что там ее изучать, да, главное же это, главное крутилку освоить. На самом деле абсолютно нет. На самом деле часто я это повторяю, что если терапевт владеет системным методом, ему техники как таковые нужны чисто в качестве антуража, больше ничего. И вот это принципиальный такой момент в моей деятельности. Да, я всегда рассказывал, что в принципе можно объяснить такие базовые законы того, как что-то прорабатывается, базовые законы процессинга. И если вы техники освоите, вот этот антураж, да, то вы эти базовые принципы можете воплощать в свои собственные техники просто на лету. Вот. Такое вот дело. Так что приходите сегодня в 20:00 на мой канал. Опять же, напомню на всякий случай, что если вы не знаете, где находится мой канал, вот здесь вот по желтой ссылочке, наберите ее просто olegmatveev.tel, там самая первая ссылка, это электронная визитка, это ссылка на мой канал в YouTube. Вот, заходите, и там в самом верху вы увидите запланированные трансляции, кликайте туда, заходите, там есть чат, там будет чат во время прямого эфира. Приходите со своими вопросами, если вопросы будут особенно по существу, буду вам очень благодарен, и мы с вами поговорим об Академии. Да? Напомню, что все это делается, опять же, в рамках запуска нашего суперпроекта 18 января 2018 года. У нас запускается Академия 2018 года, и вот вторая ссылка, она как раз про это. Вот, если ее набрать, то вы увидите приземляющую страничку, где все про нее написано. Вот. И я об этом тоже, конечно же, буду рассказывать, потому что, в принципе, где изучать системный подход в процессинге, как не в Академии. На остальных больших сериях я тоже об этом рассказываю, но все-таки большие серии, они тематические, да, там больше внимания уделено как раз техникам, а в Академии больше системному подходу. Вот, так что приходите, поговорим, приходите с вопросами, приходите просто с интересом. Я постараюсь вас не разочаровать и максимально вот информационно и заинтересованно выложить все, о чем вы будете спрашивать. Все, пока-пока. Давайте, до вечера.